на одном из тренингов есть конкретно упражнение, в котором я помогаю людям осознать. Это простое, но очень крутое упражнение, которое взрывает мозг, куча инсайтов. Я помогаю людям осознать, какую роль сыграли другие люди в их жизни. То есть это делается просто список результатов, которые они очень ценят в разных сферах жизни. Например, знакомство с женой, занятие должности, выбор профессии, все что угодно. Потом мы переходим, кто повлиял на то, чтобы это появилось в твоей жизни. Кто познакомился с человеком, который повлиял. Ну и так далее. Да? И мы смотрим, кто эти люди, без которых это бы не произошло. И потом я спрашиваю простую вещь. А ты поблагодарил этого человека? А я вообще... Люди говорят, да я и не знал, что это он. Я не думал. Я думал, это само. Я self-made man. Я большой противник этой позиции. Никаких self-made man-ов нет. Есть большое эго, натянутое на с маечкой сверху. Self-made. Я сам себе сделал. А где родители? А где семья? Где общество? Где друзья? Где школа? Эти люди как будто не верят в это. На самом деле, если человек посмотрит, все результаты его жизни пришли от каких-то людей. Благодаря каким-то людям. И следующий шаг я прошу, вот сразу после программы, кому ты позвонишь и спрашиваешь. Люди говорят, я позвоню тому-то. Я говорю, окей, выполни обязательно. И те люди, которые позвонили, передали эту благодарность, вызвали, понятно, сумасшедшее удивление с той стороны, и в том числе начинают жить совсем другой жизнью. Они начинают в своей голове придавать большую ценность людям, а не там своим достоинствам, врожденным навыкам там, или каким-то ситуациям. Это очень прикольный такой подход к жизни, который я вижу, люди берут и проповедуют в своей жизни, да, на уровне поступков, и это работает. Это работает, и люди становятся там более духовными, да, то, что они называли себя духовным, человек с ценностями, да, с определенными взглядами, и так далее, так далее. Это помогает.